Снижение травматизма – одна из ключевых задач охраны труда в Тобольске. Эти вопросы и не только обсудили на Дне профсоюзов. По данным Межрайонной прокуратуры, за 9 месяцев этого года выявлено 376 нарушений в трудовой сфере. Что касается травматизма на производстве, то число таких происшествий на предприятиях города уменьшается с каждым годом. За 6 месяцев 2020 года всего 5 пострадавших. Здесь тоже мы видим, что Тобольск действительно сегодня один из лидеров по снижению в целом в области этих показателей. Потому что мы понимаем, что, наверное, вопрос травматизма, Тюменская область подписала концепцию, да, мы поселились к мировой концепции так называемого нулевого травматизма. Поэтому стремиться нужно к тому, чтобы людей, тех, кто получили те или иные увечья на производстве, конечно, их не было. По итогам встречи была подписана резолюция. Администрации города рекомендовали содействовать укреплению городского совета профсоюзов, а также предусмотреть условия, которые простимулируют создание территориального объединения работодателей.